Беспощадный российский футбол во всей красе. Очередной матч в рамках российской футбольной премьер-лиги. Сегодня ждем интересной и зажигательной борьбы. Это был Константин Генич, а вместе с ним в студии я, Георгий Черданцев. Сегодня ЦСКА встречается с Краснодаром. Мяч в зоне атаки. Фернандес. Хорен Баграмян. Ахмед Муса. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Юрий Газинский. И пас обратно. Скучновато. Это может быть опасно. Сергей Петров. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Ахмед Муса. Тут просто подарили мяч соперника. Жозини. Павел Мамаев. Это может быть опасно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать. Какая техника, как он обращает. Ахмед Муса. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в ворота. ЦСКА забил и вышел вперед. Игра возобновляется. Краснодар будет вбрасывать из-за боковой. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Павел Мамаев. Атака остановлена, но кто получит мяч? Армейцы в атаке. Удар нужен! Второй вдогоночку. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Шарль Кабаре. Павел Мамаев. Артур Янджич. Может получиться интересная атака. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Навес. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Продолжает игрок владеть мячом. Шарль Кабаре. Посмотрим за этой атакой. Баграмян. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Все верно, края надо чаще задействовать. Есть хороший адрес для передачи. Надежно играет защитник. Атака прервана. Ахмед Муса. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Это может быть опасная атака. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Статистика показывает, что мяч чаще находится у игроков Краснодара. И тем не менее команда проигрывает. Ну и такое бывает. Соперник очень здорово сегодня играет в обороне. И при этом... Свисток. У нас начался второй тайм. И после первого счет в пользу ЦСКА.
Похоже, они решили поиграть вдвоем. Биброс Натхо. Фернандес. Хорен Баграмян. Зоран Тошич. Алексей Миранчук. Головин. Зоран Тошич. Алексей Миранчук. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Алексей Миранчук. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Зоран Тошич. Хорен Баграмян. Он бьет головой и забивает. Невероятной точностью удар головой и гол. Мастерский гол. Мастерский. 3-0. Это уже серьезно. Павел Мамай. По мнению судьи, ЦСКА нарушил правила, будет штрафной. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. И должна... Он накручивает соперников одного за другим. Вот это удар! Отличный кросс! Ахмед Муса! Промахивается игрок. Ну что, на сегодня все шансы свои использовал? Нет, ну сейчас промахнулся, потом забьет, если, конечно, ему оборона позволит. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. И за боковой игрок Краснодара введет мяч в игру. Тут может что-то получиться. По всей видимости, замена готовится у команды хозяин. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Основное время истекает через 20 минут. Плохо сыграно, мяч потерян. Артур Янджич. Арбитр не стал свистеть. Нарушение и штрафной удар. Ничего себе! Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Ушел мяч за боковую, ЦСКА вбрасывает. Отлично сыграно, надо решать. Катает мяч перед чужой штрафной. Алексей Ионов! Знаете, есть такая опция — тренировка удара. Ну, вы знаете, пока не очень понятно, за счет чего Краснодар может спастись. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Отличный проход. И в зону атаки мяч переходит. Момент для удара. Великолепный гол. У нас 4-0, то ли еще будет. Артур Янджич. Жуазини. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Защита надежно играет, мяч отобран. 3 минуты добавлено к основному времени.
Ну, болельщики включились тут по полной программе. Такой счет их не может устраивать, конечно. Ну, я думаю, что и нас он не устраивает. Мы тут надрываем голосовые связки, а счет-то пока 0-0. Самый скучный счет в футболе. Между тем, команда... Все, матч окончен. Победу одерживает ЦСКА.